Анапские выпускники открыли шествие по центральной улице Краснодара. 40 юношей и девушек пригласили на губернаторский бал по итогам конкурсного отбора. Учитывались успехи в учебе, активная жизненная позиция, победы, достижения в школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях. На площади наших ребят приветствовал и глава Анапы Юрий Поляков. Перед тем, как отправиться на губернаторский бал, 40 анапских выпускников, 20 пар усердно занимались хореографией. Помимо вальса, они освоили латиноамериканские танцы, а также танцы народов, живущих в Краснодарском крае. Девушки признавали, что мечтали о таком празднике. А юноши говорили о мероприятии, как и событии, которые они будут вспоминать всю жизнь и даже рассказывать о нем уже своим будущим детям. Центром событий стала площадь перед законодательным собранием региона. Очень верю, что вы сможете сделать прорыв во многих отраслях нашей экономики и науки. Нашему краю, нашей стране нам нужен ваш талант, ваше умение, ваша активность, ваш острый ум. Мы ждем от вас открытий и новых прорывов. Будьте яркими и успешными. Ваше время пришло в добрый час. Дорогие наши выпускники! Вам спасибо! Мы на вас надеемся! Дорогие ребята, верьте в себя. Вера – это основа успеха. Она преодолеет любые трудности, объединит вместе с вами ваших единомышленников, откроет новые пути и перспективы вашей жизни –